У Могилёве и Орше стартовали гульни до жаночего чемпионата Европы по футболе сярод молодежных команд. Отборочный раунд включает два этапа. Первые из них как раз и гуляют на белорусских стадионах. У нашей группе команды с Бельгии, Австрии, Литвы и Беларуси. За первой гульней назирал Андрей Шуляк. Это становится доброй традицией проводить подобные турниры у Могилёве. За последние 2 года на стадионе «Спартак» гуляют третий квалификационный раунд. Все лето переможцы нашей группы трапят у элитный раунд до чемпионата Европы, который пройдет будущей весной. У им сгуляют и остатние переможцы у группах, а так само 10 лепших команд, кто займет другое место. Фаворитами у нашем квартете лишатся сборные Австрии и Бельгии. С первыми белорусские уже сгуляли. Сустреча отбылась у Орши, ничья 0-0. А у Могилёве бельгийкам супротстояли литовки. И этот матч стал богатым на подеем. Спочатку на поле выбег пес и повесили у публику, а потом была судовная гульня. Назирать за якой пришли несколько сот болельщиков у Тымлеку из Бельгии. В Беларуси очень холодно, но игра нашей команды, мне кажется, очень хорошая. Приятно смотреть, как они играют. Бельгийки первый гол забили на 9-й хвилине сустреши, потом еще один и еще. Сустреша завершилась с ликом 9-0. Я считаю, что этот матч однозначно лучший у нашей сборной. Я тоже стараюсь забивать как можно больше голов. Это очень важно. Надеюсь, будем так продолжать. У субботу на стадионах Орши и Могилёва пройдут матчи другого тура у нашей группы. Белорусские будут принимать Бельгию, а литовки сгулять за Австрией. Запрошаем на трибуны. Андрей Шуляк, Миколай Соболев, Новинный регион.